Всем привет, с вами снова Талиб, и это мое продолжение прохождения Battlefield 4. В прошлой серии мы занимались тем, что спасали випов в Китае, в городе Шанхай. Так, надо продолжать. Чувак, у чувака вообще рот не шевелится. Ну как-то базарит. Ладно. Куда нам идти? Сюда? Напоминаю, что мы находимся на авианосце, как я понял. О, тут это вид. Вот это видочек. А ну. Офигенно. Вот я хочу дальше пройти. А дальше нельзя. Ну ладно. Так. Идем, идем, идем. Сюда не пройти. Надеюсь, это не нам. Подожди, стоп. Тревор. Тревор Филлипс. Так, везде тут коридорчики. Надо искать, куда идти нам. Типа охранник такой у нас. Что за титан? Вообще не могу понять, наверное, корабль большой какой-то. Конечно, не придется. Пои все залахали что-то. О, это Пак. Привет, Пак. Какая травма головы у него? Его ж попали с оружия. Блин. Прошу прощения. А он с кем-то конфликтовал? Открывай. Прикольно, мы спустились. Ух ты! Вот эта тема. Угу, понятно. Да, мы скорее всего на авианосце. Чувак истину глаголит. А, вот и китайцев где приютили.
Секунду. Так, продолжаем. Так, встретиться с Гаррисоном. Тем самым. Вы можете идти быстрее. Ой-ой-ой, боевая тревога. Что-то случилось. Ага. А ведь по наш авианосец. Его разбомбили. Ну пропустите. Блин, вот это пипец. Да, это наш, скорее всего, авианосец. Ну ладно, это война, в принципе. Окей, босс. Так, возьмем. Что взять? ФАМАСа пострелять. Да, возьму ФАМАС. А вспомогательные попробуем вот снайперскую винтовку попробовать. Ну, противогазик. Так, фонарики. Я вроде как бы выключил. Ничего-то он... Что-то он не выключается. Да ну! Так, и куда нам плыть? Авианосец Титан. Так, а мы? Ну да, были на авианосце. Так, куда нам? Мне непонятно, куда плыть. Нет, туда нельзя. Хорошо. А, вот это Титан, что ли? А как-то он дальше это от авианосца уже стал. Его так отнесло, что ли? Как-то не, это нереалистично. И где сопровождение авианосцев? Как-то неправильно все сделано. Да, все-таки это Титан. Так, и как же к нему подплыть? Блин, он реально побольше, чем этот Валькирия. Я
Окей. Офигеть. О, Little Birdy. Так, я так понял, нам сюда. О, фонарик. Теперь фонарик выключается. Так, все, пролазим. Так, а вот и снайперская. Не, наверное, я зря взял. Все-таки на корабле воевать со снайперской винтовкой это не очень. Так. Куда нам? Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучестника. Ищем люк G46. Он приведет нас к... Так, вот он. Блок С. Вот люк. Рекер нашел. Ну, конечно. Я все найду. А. Так, а там водичка, да? А, нет. А, ну да. Ну, морпехи должны по-любому уметь плавать. Мне кажется, это уже не обсуждается. Что-то как-то там вода странная, я ее не думал, что она там есть. Так где там вода, блин? Ну, вот сейчас видно, да, это вода, но... А, ладно. А, прикольно здесь плавать, я скажу. Можно ускориться. Ускориться. Нельзя ускориться. Все нам запрещают. Текстура. Отстань. Блин. Ну да, что здесь было? На этом Титане. Так, нам вверх. Ох, ты ж. А ну. Ну и вода. На наш случай он всегда резко будет подниматься, этот уровень воды. Где вы? Машинное отделение. Ничего себе. Весь этаж за дом. Кажется, вода поднимается. Найдите путь. Наша задача забрать данные, прежде чем корабль пойдет ко дну. Вот, блин. Ага, вот. Мне кажется, ли они умрут.
Но Ирландия все-таки проявляет человечность. Не, ну все-таки ирландец молодец. У него своя позиция насчет выживших есть. Прям как истинный морпех. Куда? Китайцы. Ну, кто бы мог подумать. О, ну, блин, опять их сейчас будет тоннами. Отлично. Блин, а патроны-то очень быстро кончаются. Я все-таки возьму эту байду. На нее патронов больше. Блин, нифига не видно. Вот, только увидел его из-за огня выстрела. А как в рукопашку бить? Я уже забыл. Так, не, побегаю пока с китайским. Вот это шаталово. Ну, я их поубиваю. Офигенно. Ёбаный пипец. Так, а это что? Это Валькирия? Или китайские? Тю, блин, я ничего не стрелял, а... Все-таки их высадили. Глянь, как... Гляньте, как быстро корабли тут уже очутились. Китайские. Вот, вот козлы, их очень много. Без 20 хп. О, бегать, бегать, бегать. Так, это наш был, да? Ирландец. Иди сюда.
На тебе в борщ. Откуда они появляются, не пойму. Да-да, китайский. Эсминец, как я понял. Как эти грёбаные гранаты задолбали, а? Блин, тут эта винтовка вообще страдает. Так, ну если последний, это хорошо. Где? О. Куда дальше? А, прыгать? Окей. Оу. Нифига не видно. Надеюсь, я правильно плыву. Или он у меня автоматом плывет. Так, вот сейчас будет, наверное, самое интересное. О, вот эта тема. Так, на Валькирию нам надо. О, у нас открыта новая винтовка М4, да? Отлично. Блин, все-таки утонул. Ой-ё. Вот это плохо. Ой, как же много этих китайцев. Тут еще и самолеты. Ну офигеть. А, что, ускорение еще есть даже. Тут еще есть те ракеты с захватом. Это вообще прикольно. Так, кто следующий? Все? Так, ну вот могильщик, по идее. Ну, блин, я думал, все. Где они? Вон, вот. Как вошло. Все, минус два. А, еще один плывет, ну. О, еще один минус. Хорошо. Не, все-таки этот могильщик быстро плывет. Бедный эсминец потонул. Жесть. Настоящая война. Морская. Блин, еще и волны. Так, давайте так. Попробуем. А, во, прикольная тема, оказывается. Не понял. А, вот. Или где наша Валькирия вообще? Ну да, вот она, скорее всего. Вот это она быстро плавает, конечно. Это Валькирия. Где? Сейчас я его собью. Чё там? Кто впервые? Ну, получи. Ну вот и все, нету вертушки. Чё там?
А, походу на Валькирии какая-то драка. Наверное, китайцы высадились там. Так, вот это она. О, пипец, что за херня? Чего нас так понесло? Ну, здесь винтовка пригодится, мне кажется. С одного выстрела убивает даже. А, гранаты снова. А, буква F бить ножом. Все. О, так там наши еще морпехи. О, пипец, как? Ну как? Ну, кай, кай. Так, здесь есть ящик с боеприпасами. Так, возьмем вместо этой фигни какое-то нормальное оружие. Скар. Скар тащит. У них очень много. Лечь, лечь, лечь. Похилиться, похилиться, хоть и сколько-то. Враж. Так, это наши морпехи, да? Окей, босс. Да, ну с этим проблем не будет, я думаю. О, наши. А, нет. Касатки. Это нашего убили, пацаны. Там ему помощь нужна, как бы. А, мы только против вертолета? Так, ну стрелка я снес. А, стингер, хорошо. Вот он, стингер. А вот это возьмем РПГ чисто по приколу. Ну это вообще тема, все жопа. Ну, следующий. Ну все. О, сейчас тут будет замес. Что за фризы такие? Ну, вылазь.
Куда я пошел? А, пипец. Как они оказались сзади, блин. Занубил я, конечно. Очень-очень сильно. Опять заново. О, офигеть. Ладно, буду чистить понемножку. Его ножом не бьет. Это какой-то пипец. Блин, что за фрезы, не могу понять. Так, есть. Блин, этих китайцев куча. Гораздо больше, чем армия США, наверное. В целом. Ну это какой-то идиотик тут был. Так, патроны. Вот РПГшечка наша. Надо ее все-таки использовать. Как же мне бесит эти... Давай. Ну давай, Пак. Она китайца уделала. Вот молодец. Сейчас здесь по-любому будут китайцы. Ага. Бой на палубе. И что это было? Да ну откуда? Я ж спрятался. Угу, тут получается уже полномасштабная война. Ну ок. Напомнило мне что-то Call of Duty. О, Black Ops 2. Тоже был бой на палубе. Тут гораздо это лучше смотрится. Куда пулемет стреляет, непонятно. Так, ну и где же? Так, а, помочь. Хорошо. Кажется, его сейчас подстрелят. Ну, или так даже. О, пипец.
А, ну хоть подбили. О, Ковика, походу, сильно ранили. Так, я понял. На, получи. Ну, сейчас я так понял, чисто оборона. А, как он его сбил? Так, ну здесь со... Блин, что у меня снайперка перекошенная, а? Где? Где вертушечка? Тюк. А, понял. Ну вот. Вертолету пофигу. А, нет, все-таки. Вертолет ломается, но почему так долго? Вопрос с чем? У меня уже почти не осталось ничего, блин. Ну, минус один. А-а-а! Иди нафиг отсюда. Мое место. Так, вертолет вроде вот тут улетел. Против кого они? А. Что? А, с двух сторон. Неплохо шьют. О, хорошо. Надеюсь, патронов там хватит. Так, надеюсь, все, да? А, Ковик. Ну да, упасть такой фигни. Неужели он умрет? Блин, как он умер? Ну тут вроде не такая высота, но... Спину, что ли, сломал нафиг себе там. Ну, я скажу что-то. Чё? Что это было? Такой бред. Это был последний.
Опять с койком базарит, ну вы издеваетесь. А, ладно, подождем. В принципе, такого сверхсложного не было на этой палубе. Но здесь полный хаос. Жесть. Как качается корабль, жесть. Хорошо. Хорошо, пойдем. Ну, окей, иди. Молчаливый рекер, как обычно. Так, все, вроде нормально залезли. Без никаких приколов. Ой, авиации сколько, ну это жесть. Ну, вот этого я не ожидал, если честно. Ну вы издеваетесь. Иди нафиг. Мудак. Так, а где наш Гаррисон? Здесь, что ли? Ну, в принципе, на этом все. Пока что. Айрландец. Ладно, на этом, пожалуй, я закончу свою серию. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта серия, ставим лайки. Вот, кстати, ирландец. Еще раз всем спасибо за просмотр.
Увидимся в следующей серии. Всем пока.